Эти работы писал мне мастер из республики Каракалпастане. Я даже такую не знал, что республика. Оказывается, в Узбекистане есть. Но так как я родился в Киргизии, непонятно все это дело. И, то есть это Узбекистан, оказывается, есть такая республика. Но вот даже вот, ну, мастер нам прислал свои работы. Звать его Неидбай. То есть, ну вот, как бы самое сложное я это рассказал, произнес. Но смотрите, какие уникальные работы делает этот мастер. То есть, вот смотрите, барельефы. Ну, это вообще, ну, на уровне там классики. Вот Мишка, смотрите, вот так мастер выглядит. Он работает, смотрите, инструмент. Да, достаточно сложные работы. Ну, и в то же время они, будем говорить, понятные, простые в произведении. И они востребованы. Вот смотрите, бочечка. Бочечка интересна в каком-то вот дереве. Живопись. Все это говорит о том, что мастер, ну, как бы имеет, наверное, какое-то образование, понятие, потому что он многогранный. Смотрите, вот он и живопись, и скульптура, и вот и сказочные персонажи, он их выполняет вот в такой технике резьбы.
Ну, смотрите, какой орел. Вот смотрите, барельеф. Ну, я думаю, это какие-то шпаклевки гипсовые там или какие-то. Ну, то есть есть материал, с которого делаются такие работы. Ну, вот видите, какие-то крепостя. То есть барельефы. То есть это внутренний интерьер, который требует особого подхода. И вот смотрите, вот так он работает на стульчике. Он понимает, что в ногах правды нет. Он берет и вырезает такие работы. То есть, ну, опять парень, мастер, который и имеет понятие живописи и опять то есть рисунка, то есть он может делать вот такие работы. Смотрите, сложнейшая работа и просто круто. Смотрите, какая вот жар-птица, класс. Смотрите, и расписанная, то есть великолепная работа, интерьерная. То есть, ну, это целое направление, целое творчество, не только арбитон, но здесь такие гипсовые штукатурки, которые вот можно применять там, ну, во внутреннем интерьере. То есть, ну, это и, в принципе, на улице можно делать. Ну, я стараюсь внутрянку не лезть, потому что это требует очень много времени, и это достаточно сложная работа.